Сегодня, когда Россия сделала стратегический разворот на восток, все те преференции, которые создавались в предыдущие годы, конечно же, должны, что называется, выстрелить, обеспечить бурный экономический рост и социальное развитие. Сейчас руководству Приморского края важно не упустить такой уникальный шанс, грамотно использовать все конкурентные преимущества, чтобы они работали на развитие региона. Край может и должен стать одним из главных торгово-экономических и научно-образовательных центров России. У региона есть все для этого, и поддержка федерального центра, и выгодное географическое положение, огромный экономический и туристический потенциал. И есть еще одно преимущество, то, что Приморский край возглавляет Олег Николаевич Кожемяка, опытный хозяйственник, опытный политик и хороший лоббист для своего региона. Он не дает покоя ни министерствам, ни ведомствам, ни правительству, ни администрации, отстаивает интересы региона, и у него это получается, многое удается решить, и объективно за последние годы такая очень позитивная динамика роста в целом и экономики, валового регионального продукта, и вообще развития как такового.